здравствует Курагина! Он известен далеко за пределами района. К курагинским моржам часто приезжают любители экстремального купания из Абакана, Красноярска и других городов. Даже моржи из Татарстана считают удачей искупаться в сибирской реке Тубе. В ежегодных предновогодних соревнованиях, которые прошли 21 декабря, участвовали только курагинские моржи, представители города Абакана и представители городов Саяногорска, Зеленогорска и Красноярска. Погода была как по заказу. Утром минус 35. Как по заказу, потому что именно в такой мороз с особой остротой ощущаешь, что эти люди практически герои. Особенно если учесть, что среди тех, кто принимал водные процедуры в этот день, были не только взрослые, но и дети. Вся семья Сюминых стала объектом пристального внимания абаканских тележурналистов. Именно им посвятят они материал, завершающий год семьи. Жора, как на старт! Внимание! Марш! Давай. Стоп! Стоп! Фамилия, скажите! Фамилия ваша, скажите! Как? На старт! Внимание! Марш! Стоп! Сегодня, 21 декабря, в рабочем поселке Курагино, в клубе «Льдинка» проходят соревнования по зимнему плаванию. Условия соревнований – это заплыв на 25 метров на скорость. И самое, что интересно для моржов, те, которые занимаются зимним плаванием, это пребывание в холодной воде на время. Температура воздуха сегодня утром в поселке была минус 31, сейчас может быть где-то 28-29 градусов. Температура воды, ну, наверное, около 0 или плюс 1 градус. Нормально, как летом. Условия такие, что участник 25 метров проплывает на скорость в холодной воде. Далее, условия по пребыванию в холодной воде на время. Это участник должен двигаться, то есть плыть, шевелить руками, ногами, головой, всеми частями тела. После того, как он прекращает движение, участник приглашается на берег и время засекается. Посмотрим, вот эти соревнования у нас впереди, прошли соревнования в заплыве на 25 метров. Сейчас посмотрим, кто всех больше пробудет в холодной воде. Команды такие, это город Красноярск, Саяногорск, Зеленогорск, ну и хозяева, очень большая команда из поселка Курагино. Всем желаем им здоровья, сегодня заряда бодрости, всем зрителям, те, которые находятся на берегу, самим попробовать искупаться в холодной воде нашей прекрасной курагинской реке Туба. Так, все участники дружно заходим. Спасибо. И ты молимся. Кто выходит, записывает. Да, да, да. Кто выходит, говорит. Напоминаю, движение в воде должно, движение! Все, кто участвовал в соревнованиях, выходили из воды разгоряченные и довольные. Вода хороша, даже тепло, когда вы в эстафете. В то время как зрители и члены судейской группы притопывают и прихлопывают, выплывшие из полыни худенькие курагинские девчонки утверждают, что вода теплая. Ноги мои бедные, скоро для кого как? Сейчас она теплее кажется нам. Многим кажется, то, что мы занимаемся, дурьмаемся. Да. Там кого-нибудь приглашаем, пошлите там это. Они говорят, что с ума сошли, что ли? Для нас это вот весело, то, что мы сидим в парилке, разговариваем со всеми, купаемся. У нас вообще коллектив хороший.
Во время состязаний на холодовую нагрузку все хором пели песню «Ой, мороз, мороз». Возможно, именно это заклинание и помогло курагинцам. Среди женщин самыми стойкими оказались именно они. Все три призовых места у них. В командном же зачете из 8 команд курагинская оказалась на 4-м месте. Хотя, если судить по атмосфере, царившей у полыньи, в помещении клуба, в парилке, занятые места не так уж и важны. Все равно победила дружба. Мы рекорды бьем чисто для себя. То, что у нас дети не болеют, вот она у меня такая болезненная была совершенно. Сейчас все прекрасно в этом плане. У нее постоянно ОРЗ было, вот с 5 лет мы ходим. Дима, вы со скольки?